Ну, я очень доволен, то, что я вернулся, и мне очень нравится находиться здесь, и я считаю, что у нас действительно хорошая команда, и хорошие болельщики, хороший город. Просто хочу наслаждаться тем моментами, которые происходят здесь, и продолжать работать, и дай Бог получится, чтобы мы выигрывали. И вас не было в NHL фактически 8 лет. Но жалеете, что упустили так много времени? Я стараюсь вообще не жалеть ни о чем, то, что было в моей жизни. Я думаю, это не про меня, что-то жалеть. Все то, что было, то было. И в России, когда я играл 8 лет, было тоже хорошо. У меня там много друзей, я играл дома и перед своими болельщиками. То есть я не жалею ни о чем. Я доволен, то, что у меня получилось вернуться. Да, я получаю огромное удовольствие от хоккея, и, конечно, по-другому никак, тебя должно переть от хоккея. То есть по-другому никак. Я всегда наслаждаюсь, когда выхожу на лед и играю в хоккей. Ну, для меня было важно просто почувствовать, попасть в этот ритм, потому что НХЛ я все-таки не был долгое время здесь, и игра действительно быстрее, скорости выше, и площадки чуть поменьше, просто нужно было влиться в это, вот, понять, но еще все равно, я думаю, мне предстоит много игр для того, чтобы себя лучше чувствовать, потому что я еще не набрал полностью, не чувствую себя полностью, что я могу еще играть лучше. Нужно просто больше двигаться, больше кататься, больше двигаться, потому что игра очень интенсивная, большие скорости, и нужно постоянно работать и постоянно находиться на скорости. И просто мне нужно стараться выигрывать больше единоборств. Я уже говорил, то, что на самом деле очки, да, это хорошо, голы там еще лучше, да, там. Но в первую очередь нужно всегда ставить цели команды, потому что бывают разные ситуации, бывает у нас хорошая команда, и у нас, в принципе, все четыре звена могут забить, и это здорово на самом деле. Поэтому, когда мы выходим, и когда, если что-то не получается, нужно просто играть на команду, работать, и кто-то забил, мы радуемся, мы все. Потом нужно выполнять, нужно играть и в обороне, и в защите, и в нейтральной зоне. То есть очки и голы, они придут, нужно просто работать. Да не, у меня все нормально, абсолютно хорошие отношения со всеми, я как бы не ругался ни с кем. Просто я был травмирован, не мог поехать на чемпионат мира в Москве, который был. И после этого чемпионата тренерский штаб, они решили, что поедут другие ребята, но это ихнее право. Я уже как это говорил, это ихний выбор, они тренера, я не могу это контролировать. И я игрок, то есть меня если вызвали, я поехал, если меня не вызвали, я не поехал. То есть я не могу приехать, сказать, я здесь, возьмите меня, я буду играть. Это их решение. И у меня абсолютно нормальные отношения со всеми. И я посмотрел за Кубком мира, болел за ребят. И считаю, что они достойно выступили. Молодцы. И были разговоры о новом контракте? Так, да не, рано еще. Куда ты? Еще 9 игр только.